300 граммов замороженной малины, отправляем в кастрюльку и ставим на небольшой огонь. Даем малине хорошо растаять. Тем временем соединим 60 граммов сахара и 2 чайные ложечки пектина, у меня яблочный пектин, и тщательно перемешаем. Когда малина хорошо прогреется и начнет закипать, всыплем сахар с пектином, постоянно перемешивая. Всыпать нужно вот так вот, не спеша, весь сахар за раз всыпать не надо. Иначе могут образоваться комочки пектиновые, они очень жесткие. Доводим пюре до кипения и провариваем 1 минуту. Затем снимаем с огня. В горячее малиновое пюре вводим 6 граммов желатина, предварительно замоченного 20 миллилитрами холодной воды. Все тщательно перемешиваем, чтобы желатин разошелся. Теперь даем нашей будущей прослойке хорошо остыть и затем переливаем в подготовленную форму. Я буду делать 2 прослойки диаметром 16 сантиметров. Если вам нужен другой диаметр, то выливайте в кольца большего диаметра и смотрите толщину слоя. Это удобно делать с помощью зубочистки. Окунаете и смотрите, такая ли вас толщина слоя устраивает или нет. Для того, чтобы 2 слоя были идеально ровными, если вы хотите использовать их для одного тортика, можно предварительно пюре взвесить и разделить напополам. И отправляем наше пюре в морозильную камеру.